Людмила Рощина готовится. Очень интересная комбинация. Ну, давайте смотреть. Вот эта связка, вот она. Очень сложная связка. Перелететь с нижней на верхнюю и опять вниз. Причем соединение таком сразу, там через штальдер, как-то она быстро все это сумела сообразить. У нее очень серьезная комбинация. Она может на чемпионате мира даже бороться с такой комбинацией. В конце уже, конечно, на такой легкой суете.